Вечер, дорогие друзья. Продолжаем рубрику «Фейсбук». Удивляет, веселит. Очень интересное объявление. Ищу дядьку со своим малогабаритным мотоблоком для вспаха. Ширина обработки участка 110, 90 на 110. Глубина рыхления от 8 до 16 сантиметров. У кого меньше, пусть дома сидят. Время культивации от 5 до 15 минут. Внимание, это очень важно. Весь культиватор от 80 до 110 килограмм. Вот я уже не попадаю, я чуть больше. Выпуск культиватора не моложе 87. Проходимость заднюю калитку строго запрещена. Участок предварительно скошен и обработан от насекомых. Обращаться круглосуточно. Ребята, дерзайте, это ваш шанс.